Ребят, всем привет! С вами на канале, как всегда, Михаил Александров. И сегодня, 30 января 2017 года, мы рассмотрим очередной обзор инвестиционных проектов, в которых я вложил свои деньги. Итак, первый будет у нас проект под названием Scarlett Clicks. Здесь не забываем кликать ежедневно 6 раз по рекламе. Также арендовать и покупать рефералов для того, чтобы они нам зарабатывали деньги. У меня годовой апгрейд за $80, который я купил по акции. Заметил то, что упала ВГ. Упала из-за того, что админ снизил доходность этого сайта, так как здесь прям сильно круто можно было заработать. Чтобы проект не соскамился, я думаю, для этого он и сделал. Поэтому, если вы здесь зарегистрированы, сортируем рефералов по АВГ и смотрим, то есть, когда последний раз они кликали. Вот я здесь занимаюсь рециклом рефералов. То есть, если реферал у меня кликал 28-27 января, то я просто его заменяю. Я еще здесь работаю без автопэя, потому что у меня осталось еще до продление моих рефералов 9 дней. Как только будет подходить срок к окончанию аренды рефералов, я включу здесь АВТП и буду на пассиве выводить деньги. Не забываем, что с основного баланса вы должны перекидывать деньги на баланс для покупок. Для 1000 рефералов в день, если все откликают, у меня будет снимать $5. То есть при данном АВГ вот 6,3, чистый заработок мой будет $1.30 в день. Сейчас он 6300 кликов, то есть $6.30 в день. То есть, если у вас рефералы не кликают, вы их либо отпускаете, либо просто делаете вот рецикл, как я делал. То есть, у меня сейчас рефералы, которые более-менее откликали. Всего я вывел с букса $16, в ожидании на Perfect Money у меня стоит $49, и вот потихоньку накапливается еще сумма. Так что проект платит, все нормально, небольшие задержки с Perfect Money есть, но я думаю, деньги в течение 10-12 дней они придут. Вот моя статистика за январь. То есть вот сначала было ВГ 6,6, 6,7, вот 6,6, потом он потихоньку начал уменьшаться, и вот спад был, и 6,8, 6,4, 6,6, 6,3, то есть начал уменьшаться. Ну ничего, потихоньку будем восстанавливать, думаю, здесь можно неплохо заработать. Всего вложил $201, вывел 16. Так что буду стремиться к лучшему. Следующий сайт GPT Planet. Здесь также уменьшилось количество кликов моих рефералов. Потихоньку налаживаю статистику. Вот было проседание T302, T317. И вот вчера у меня сейчас 649 рефералов. Вот смотрите, я всех рефералов, у которых АВГ выше пятерки, я продлеваю. То есть вот этих я буду продлевать. Если, к примеру, будет низкий очень АВГ, я просто отрециклю реферала и буду собирать деньги для того, чтобы набрать побольше. Чтобы здесь около доллара чистыми иметь в день. Здесь всего я вывел $5.17, здесь я только развиваюсь. Букс менее доходный, чем Scarlett Clicks, но все же. Вот моя статистика за январь. В среднем АВГ 6,1. За месяц, я думаю, это нормально. Нужно стремиться все равно к лучшему. Потихоньку буду развиваться. Вот смотрите, продление рефералов я делаю. А также делаю некоторых рецикл. То есть они перестают кликать. Вот, к примеру, 29. Если у меня они сегодня не откликают, я их завтра заменю. Вот у меня, смотрите, все рефералы, которые я заменил, они еще ни разу не кликали. Следующий букс, кликбук.
Здесь более-менее стабильно, ровно. Работаю на автопее. Здесь все стабилизировалось. Рефералы, которых я арендовал еще в ноябре месяце, я их просто заменил, делал рецикл. В среднем у меня здесь чистый мой доход с вычетом апгрейда. Ну вот, в районе 70-80 центов в день. При 550 рефералов. Всего с сайта я вывел уже 19 долларов. То есть потихоньку вложил 80. То есть еще 10 добавлю. Ну, потихоньку будем выходить в ноль. И потом работать чисто на прибыль. Следующий букс Кликстерия. Здесь все замечательно, я бы сказал бы даже. Все хорошо. Тут у меня доход 60 центов чистыми в день. Ну, подумаю, еще может купить апгрейд за 21 доллар, где можно иметь 800 рефералов. То есть, если свободные деньги появятся, то обязательно куплю. Также вот Lucky Rent, игра, в которой я инвестировал порядка 1200 рублей. Купил два магазина. Суть игры заключается в том, регистрируйтесь, пополняйте свой кабинет и покупайте контракты. То есть купили за 500 рублей, через 200 дней 500 рублей принесло вам 1000. То есть вложили 100, получили 200 тысяч. Ну и так далее. Вот собираю прибыль, вот баланс для вывода у меня 33 рубля уже. Ну, здесь хочу еще докупить супермаркет, чтобы выйти хотя бы 60-70 рублей доход в день. Так что подписывайтесь на мой канал. Не забываем, что у меня цель 100 тысяч рублей до конца 2017 года. Как я ее выполню, я обязательно вам все покажу и все сообщу, как у меня это получилось. Кому интересно, пишите комментарии. Вот у меня есть ссылки, по которым можно со мной связаться. Кому что интересно, где можно заработать, всегда пишите, всем отвечу. Всем удачных заработков. Спасибо за просмотры. Пока-пока.